Самолет с отрядом солдат терпит крушение за линией фронта в самом сердце Восточной Европы. Оставшись без связи со штабом, бойцы должны пробиться к союзникам, прежде чем будут сломлены ужасами войны. Чтобы преодолеть все трудности, нужно научить солдат работать в команде и тщательно планировать каждый шаг. Каждый выживший по-своему решает, как выбраться из передряг, и придерживается своих собственных убеждений, принимая решения. Кто-то хочет исследовать место крушения и вступить с врагами в открытый бой, кто-то залечь на дно и избежать столкновения с неприятелем. Кто-то даже поговаривает о дезертирстве. Ваша задача стать той незримой силой, что проведет разношерстную группу солдат через их распри. Будь то просто решение о том, в каком направлении двигаться, или планирование предстоящего боя, каждый сделанный выбор напрямую влияет на развитие истории. Такое приятное описание разместили разработчики из команды Portaplay на странице своей новой тактической ролевой игры с разветвленным сюжетом в сеттинге альтернативной истории Второй мировой войны под названием Broken Lines. Вы попали на канал JoyWire, и с вами Джо, и это Блиц-обзор, в котором мы за пару минут решим, стоит ли брать эту игру. Более 80% положительных отзывов на их странице в Steam, отличный продакшн и ответственный подход к мнению игроков для меня всегда являются показателем серьезности подхода. Скажу больше, разработчики данного проекта нашли мою страницу в Твиттере и спросили в DM, не заинтересован ли я принять участие в будущем развитии Broken Lines, и не составит ли для меня труда пройти их опросник, на основе результатов которого будет выбран тот или иной путь, принятый в разработке будущих DLC. Так что небольшой инсайт, DLC будет. В бою нам предстоит управлять солдатами отряда, которые отчаянно пытаются противостоять ужасам и лишениям этой страшной кровопролитной войны. Но будут ли они избегать стычек или вступать в открытый бой с противником, это решение ложится на плечи игрока. На первый взгляд игра представляет собой набор миссий, в которых необходимо добраться из точки А в точку Б. Но все меняется, когда перед игроком встает выбор, прибегнуть ли к скрытной ред-тактике или решить окичат сквозь толпы противников рваться вперед, спасти товарища или выжить самому. Это действительно сложно. Привлекательная реализация системы боя. Все кажется простым и понятным, но различие с другими тактическими пошаговыми ролевыми играми заключается в том, что противники двигаются, занимают укрытие и атакуют одновременно с бойцами твоего отряда. Это стоит учитывать во время планирования, например, во время броска гранаты. Кинуть ее прямиком под ноги противнику или забросить за расположенное рядом укрытие в надежде на то, что противник перебежит с крыса за него, и это все ложится на плечи игрока. Интересная подача сюжетной линии через диалоги между бойцами и круто отрисованные анимированные заставки. Вот это мне очень понравилось. Музыкальное сопровождение, без комментариев. Вы сами слышали музыку на фоне этого видео, она взята прямиком из игры, просто мое уважение. Резюмируя, если вам интересен сеттинг альтернативной истории течения Второй мировой войны, нравятся тактические пошаговые битвы с элементами RPG, завернутые в обертку из черного юмора, то эту игру проходить стороной не стоит. Спасибо большое за просмотр этого Блиц-обзора на игру Broken Lines. Не забудьте поставить лайк, если хотите поддержать канал. Подписывайтесь, если хотите видеть больше подобного контента в своей ленте. А для вас вещал Джонни с канала JoyWire. Пока!